Правительство края совместно с представителями ДВОРАН обсудили меры, которые предотвратят возникновение чрезвычайных ситуаций в регионе. Для защиты от паводков и наводнений создадут специальную комиссию, которая будет изучать поведение рек. Губернатор Приморского края подчеркнул, что совместно с учеными-климатологами будет проводиться комплексная работа, связанная с наводнением. Мы сегодня собрались с вами, чтобы обсудить те, скажем, природные катаклизмы, которые возникают в Приморье, скажем, он все чаще и чаще. Вот, меняется климат, мы видим, что приходит теплое течение, вследствие чего изменяется и атмосферные осадки. Поэтому, конечно, может быть, здесь ваш опыт, анализ природных явлений там, предыдущих десятилетий, вот, то есть поможет помочь нам разобраться в этих вопросах, которые сегодня волнуют жители Приморского края. По словам председателя ДВОРАН, наводнения происходят из-за глобального изменения климата. Теперь тайфуны стали зарождаться не в южной, а в северной части Земли. Изменение климата, мы видим, оно начинает проявляться в том, что и погода меняется. Да? Кто бы мог себе представить, что на Владивосток там 11 тайфунов идет, да? За короткое время. Ну, такого уж никогда не было. Как вы правильно сказали, лучше предотвратить ситуацию, да, чем потом с ней бороться. Ученые предложили создать комиссию по изучению поведения рек. Губернатор поддержал инициативу и поручил организовать данную работу. Посмотреть, значит, их как специалистов-климатологов, вот, то есть разработать систему именно наблюдения за руслами рек, увеличить количество там гидрологических постов, применить современные методы мониторинга состоянием рек, вообще в этой системе возобновить работу снова лаборатории, те, которые ранее были при Родвуз-ресурсах. Вот, то есть с тем, чтобы можно было, ну, хотя бы там предсказывать за какой-то определенный период те решения, которые будут связаны там или с обеспечением необходимого строительства защитных сооружений, углублением русла рек, или, допустим, то есть созданием системы, скажем, которая позволяет защитить население, вот, то есть, или же, значит, переселение. Также губернатор отметил необходимость вместе с соседними государствами разработать мероприятия, которые позволят избежать наводнений. Напомним, в Приморье из-за тайфунов и сильных дождей действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Губернатор Олег Кожемяка лично руководит аварийно-восстановительными работами в наиболее пострадавших от наводнения муниципалитетах края. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.